Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам интересные факты о кошачьих эмоциях и чувствах. Существует мнение, что кошки холодные, гордые животные, которые не способны испытывать эмоции и чувства. Однако ученые утверждают, что это не так. Кошки обладают своим спектром эмоций и чувств. Насколько кошачьи чувства похожи на человеческие? И как кошки выражают свои эмоции? Итак, представляем вам 4 интересных факта о кошачьих эмоциях и чувствах. Кошки не могут испытывать стыд или вину. Дело в том, что эти чувства возникают из-за саморефлексии. Человек может вспоминать события прошлого и оценивать свои действия по отношению к окружающим. Кошка живет сегодняшним днем, поэтому она не может припомнить и проанализировать прошлые события. Это важно понимать, чтобы правильно выстраивать отношения с питомцем. Если кошка провинилась, кричать на нее бесполезно. Животное не поймет, в чем его вина, и свяжет ваш крик с чем-то происходящим в данный момент. Кошки осознают связь с владельцами, подобно тому, как это делают младенцы по отношению к своим родителям. Мяукающий воспринимает своего человека как источник физической и эмоциональной безопасности, ведь хозяин обеспечивает их едой, кровом, заботой и любовью. А это ключевые элементы благополучия для любого питомца. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку подписаться. Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. Кошки показывают свои эмоции не мимикой, а через язык тела. Дело в том, что мимика у кошек не так развита, как человеческая. Предкам мяукающих не нужно было развивать навыки общения так, как людям. Поэтому они показывают свои эмоции и чувства через язык тела. Например, если питомец выгнул спину, распушил хвост и прижал уши, он, скорее всего, чем-то разозлен или напуган. А если кошка легла перед вами животом кверху, значит, она вам доверяет. У кошек абсолютно другая ревность, нежели у людей. Ревность у мяукающих связана с территориальными инстинктами, а не эмоциями. Если питомец чувствует, что на его ценный ресурс кто-то покушается, он будет всячески бороться за него. Хозяин для кошек как раз один из таких ресурсов. У кошек спектр чувств и эмоций не так широк, как у людей, но все-таки он есть. Помните об этом при общении со своим мяукающим любимцем. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!